Всем привет! Всем привет, привет! Как вы меня видите, слышите? Дайте, пожалуйста, знать, как у нас связь. Что? Так, ну что, всем привет-привет. Друзья, как вы меня видите, слышите, как у нас связь? Дайте, пожалуйста, Наталья, добрый вечер, пишет. Так, значит, связь есть. Окей. Дайте, пожалуйста, десяточки, дорогие мои, в чат. Ага, видно, слышно. Отлично. Да, супер, вижу ваши сообщения о том, что видно и слышно. И предлагаю, как говорится, начать. Всем добрый вечер. На связи Катя Кюршева, и мы сегодня с вами ведем тренировку от носогубки. Немножечко не в Инстаграм, немножечко в нашей вебинарной комнате. Мне захотелось дать вам немного теории, немного понимания природы вещей, для кого-то напомнить, для кого-то обновить, для кого-то создать совершенно новое впечатление, ощущение от носогубки. В общем, по этому поводу мы сегодня собрались. Я такая сегодня вся готовая к тренировке, зализанная, с прической, которая подойдет мне сегодня для занятий. Ну и, в общем, я надеюсь, что вы тоже готовы заниматься. Итак, погнали в немного презентации. Чуть-чуть, я вам хочу кое-что показать. Итак, у нас сегодняшняя тренировка «Носогубная морщина». Да? Для тех, кто видит меня сегодня впервые, кстати, расскажите, если здесь такие есть, да, кто первый раз на нашем эфире про какие-то занятия. Вы в правильном месте, вы не ошиблись кнопкой, ссылкой. Если вы действительно хотите освоить методы естественного омоложения, если вы чувствуете для себя важность вот этого комплексного подхода, потому что я про комплексный подход. Если вы хотите сегодня услышать просто одно упражнение от носогубки, которое спасет вам, собственно, ситуацию, то, наверное, это не ко мне. Поэтому сразу хочу на берегу, как говорится, договориться, чтобы у вас было понимание, куда вы попали. Ну и, конечно же, как мы все, мы хотим, если вы хотите почувствовать себя лучше, нравиться себе и быть всегда подтянутой, это то место, где вам абсолютно точно помогут. Что вы получите сегодня? Мы сейчас поговорим о том, коротко, почему появляются морщинки. Что вот эти носогубки, да, что делать? Попрактикуем, сделаем практику и что-то еще расскажу, да, отвечу на ваши вопросы обязательно в конце. Итак, носогубные морщины. Давайте я сейчас включу чат, чтобы у меня был здесь чат, потому что я не вижу наш с вами чат. Сейчас, девчонки, секунду. Угу. Солнечный привет из Астрахани. Отлично. Так, чатик я сюда себе положила, чтобы вы видели. Носогубные морщины, да? Есть две основных, так скажем, типа носогубных морщин, носогубных складок. Это вот такая прям складка-складка отекшая, нависающая, которая слева от вас, я слева-право путаюсь, и морщина. Да? Морщина – это такой тканевой залом, который может не сопровождаться отеками, но, как правило, сопровождается вот такой, таким вот заломом, да, свойственным. Причины, основные причины носогубных складок. Мы сегодня по теории пройдемся, но не глубоко. То есть я просто дам вам вводный, да, чтобы вы поняли, что все-таки в основном мы собрались попрактиковать сегодня. Что может быть причиной? Вот смотрите, здесь только список самых основных крупным планом причин. Итак, это напряжение мышц центра лица. То есть все мышцы центрообразующие, да, которые идут к носу, вдоль носа, скуловые, мышцы, поднимающие верхнюю губу, мышцы, поднимающие угол рта, это все мышцы, которые влияют на появление носогубки в той или иной степени. Напряжение жевательных мышц, да,
Здесь не стоят причины в порядке влияния, здесь стоят просто причины выписаны, да, в той или иной ситуации, той или иной женщины. Главенствующая причина будет разная. У кого что? У кто-то, ну, условно, больше склонен спазмировать жевательные мышцы, и тогда у него, если мы у него видим носогубку, то очень велика вероятность, да, что именно жевательная мышца способствовала, потому что, напрягаясь, она перекрывает нормальный ток жидкости в лице, да, в том числе лимфоток, и, соответственно, начинает скапливаться отечность в центральной области, то есть в стороне от зоны напряжения. Напряжение губы круговой мышцы рта тоже очень сильно влияет. Попробуйте сжать губы, и вы увидите, как у вас вдруг начала образовываться носогубка. Да? Это тоже большой фактор влияния. Общая отечность от осанки. Пожалуйста, я прошу вас всегда помнить, особенно те, кто уже давно со мной, да, те, кто недавно со мной, или первый раз меня видит, вы просто так послушайте для общего, да, понимания. Не надо забывать об осанке. Если вы вдруг увидели, что у вас усугубились отеки, посмотрите в ту сторону шеи и осанки. Что с телом? В первую очередь, несмотря на то, что мы все очень любим заниматься своим лицом, мы все готовы делать на него там упражнения массажной техники, про тело тоже забывать, ну вот, крайне нежелательно, если вы хотите подтянутое лицо и тело иметь. И еще одна причина – это локальная отечность от напряжения локальных зон, то есть от напряжения мышц начинает образовываться отечность на лице, в том числе напряжение мышц лица. И, соответственно, мы имеем то, что мы имеем, да? Может такое быть, что все эти факторы сработали. Все эти факторы сработали в большей или меньшей степени, и мы видим отечность. Какой опыт нашей школы? Дайте я совсем чуть-чуть кратенько для начала пробегусь, и потом мы перейдем к практике. Я что-то не вижу, что вы мне писали, первый вы меня раз видите или десятый. Дайте, пожалуйста, знать, кто первый, кто десятый раз. Итак, носогубка, опыт нашей школы, да? Вот такие вот примеры я сегодня вам показываю, как и те, смотря на то, что фотография прям такая локализованная на носогубке, намеренно, чтобы вам показать, вы можете увидеть для особ, кто, ну, склонен сомневаться. Ну, типа, там разное освещение. Посмотрите на освещение, да, посмотрите, как изменилась не только носогубка, но и изменились плечи, да, там явно пошел прогресс по многим-многим параметрам. Ну и, конечно же, носогубку мы тоже увидели в совершенно другом свете. Такие примеры тоже у нас есть, то есть когда под контроль удается взять именно морщину, это сложнее часто, чем нависающая вот эта вот складка на самом деле, потому что это очень часто мимическая история, а мы склонны определенным образом проявляться, да, разговаривать, мимика у нас особенная, да, у многих, и, соответственно, с этим довольно сложно, но, тем не менее, под контроль-то можно взять, то есть так, чтобы это не усугублялось, так, чтобы это, может быть, и возникала небольшая складочка, но она бы вам нравилась, да, например. Такие моменты могут быть тоже. Вот так, да, тоже меняется лицо. Точно так же прошу обратить внимание на тени. Тень немного, чтобы вы понимали, что это одно и то же освещение, нет здесь никакой разницы, одна и та же стена, одна и та же девушка, и просто немного, чуть-чуть, может быть, там разный ракурс, но в целом он прямой, и тень, свет падает под лицом, да, вы видите тень под лицом. Вот такие тоже изменения, то есть здесь общая такая, когда носогубка является частью общей отечности, да, вот когда носогубка – это часть, нельзя просто сказать, вот у девушки только носогубка, там многие вопросы, которые хотелось решать. Вот такой тоже пример, это один из наших тренеров, ведущих, Оля Серафим, она весьма молодая девушка, но уже вот эта фотография, то ли паспорт, то ли какой-то официальный документ, который оформляется там в 18-20 лет, вот это такие носогубки были. Это вообще вот сложно сказать, что, ну, типа свет, это фотографии, сделанные из фотостудии, то есть фотографии на документы, да, то есть там сложно что-то предпринять, да, тем не менее,
Вот такая носогубка, она вызвана определенной мимикой данной девочки. И, собственно говоря, уже очень рано начали закладываться вот эти борты. Да? Здесь основная причина – это напряжение латеральной носа. Ну, такое было свойственное поведение лица у данной девочки. И вот как какие фотографии на документы же, да, выполняются после того, как человек прошел наше обучение, практиковал и получил потрясающий результат в виде вот того лица, которое вы видите, через несколько лет, но тем не менее, посмотрите, как... Многие говорят, это ринопластику сделано. Но это не ринопластика, девчонки. Меня тоже обвиняют в ринопластике. Это просто изменение поведения лица. Лицо становится другим по реакциям, по поведению, по там, изначально паттернам спазмированным, да, каким-то зажатым моментом и так далее. То есть это все реальные истории нашей жизни. Так, читаю чат. Кто-то пишет с вами первый раз, второй, кто много десяточек. Угу. Нижний Новгород на связи, прекрасно. Вот такие тоже примеры, да, наших девчонок. Совершенно разные возраста, разные ситуации, разные структуры лица, их геометрия, их предрасположенности. Вот вот эта фотография, такие классические прям вот борты, такие нависающие. Это работа 4-5 недель. Не могу сказать, что борты совсем ушли, но они изменили свою структуру. Кто разбирается, к нам часто приходят косметологи на обучение, на различные мероприятия, и мои коллеги, эксперты по омоложению, вы поймете, о чем речь. Да? То есть отек сдулся. Да, еще пока, скажем так, сохраняется данная носогубка, но отек сдулся. И здесь, в данном случае, скорее мы, ну вот прям вот гладенького лица, ну нам либо очень долго идти, либо совсем гладкое мы уже не добьемся, потому что есть определенные моменты, точки невозврата, да, связаны они с возрастом наших женщин, нас, да, то есть, например, мы начинаем заниматься 30, это лучше, чем 40, или там, мы начинаем заниматься в 40, это лучше, чем в 50, и так далее. Или, например, в определенном возрасте, там, в 50 годам у нас уже происходит изменение в зубочелюстной системе, да, что влияет на скорость восстановления лиц при использовании естественного омоложения. И здесь нам, чтобы двигаться дальше, иногда может быть нужно, чтобы там, человек, например, ортодонт посетил, да, чтобы начали ортодонтическое лечение. Вот такие вот примеры. Да, носогубка. Что, как говорится, делать? Да? Алгоритм очень простой. Понять свои причины. В этом важно разобраться. И мы вам в этом в помощь, конечно же. У нас есть различные программы, у нас есть клуб, да, у нас с нами можно работать совершенно в разных форматах, в разных бюджетах, разбираться со своими причинами. Почему у меня носогубка или что-то другое, да, но мы сегодня про носогубку. Провести диагностику, понять свой комплекс, да, то есть разобраться, что мне нужно делать для того, чтобы проработать. Расставить акценты, сфокусироваться, убрать напряжение там, где его важно убрать, способствовать нормальному току жидкости, да, то есть остановить отечные всякие процессы и обязательно сделать замер результата, да, чтобы понимать, куда вы движетесь. Желательно, конечно, по нашему опыту, замер результатов делать с кем-то, кто в этом вопросе разбирается, потому что очень часто мы наблюдаем, к нам приходят девушки, которые говорят, я уже занимаюсь там, сколько-то времени, у меня нет результата. Просишь представить фотографии, ты говоришь, да нет, есть результат, посмотри, да, а я даже не видел. То есть мы, люди, человеки, очень склонны обесценивать собственные результаты, и, может быть, у нас какие-то есть ожидания, что мы сейчас прям вот в космос полетим завтра буквально, да, но жизнь расставляет свои, ну, жизнь виднее, она знает все про скорость лучше, чем мы. И когда вас ведет кто-то, курирует и говорит, послушай, да здесь все нормально, ты хорошо движешься, это успокаивает, это приносит такую нотку энтузиазма, да, и вы двигаетесь дальше и получаете свои результаты. Что, собственно, происходит с нашими девчонками, кто приходит к нам заниматься, в нашу программу. То же самое произойдет и с вами, да,
абсолютно, если вы пойдете по этому алгоритму. Так, девчонки, а напишите, у вас какая носогубка? Вот те, кто сегодня пришли на нашу вечеринку, и мы будем с вами начинать практику, напишите, какая у вас носогубка, с чем вы сейчас работаете, что бы вы хотели, чтобы у вас сегодня, ну, с чем вы хотели сегодня поработать. Значит, первый тип – это нависающая носогубка, да, или отечная носогубка, давайте так и называть. Второй тип – это морщина, носогубная морщина. Мы просто прочерчены, такая полосочка, которую вы видели сегодня на экране. Ну что, всем привет, кто присоединился, пока я вела трансляцию через, показывала вам слайды. Так, Ирина пишет, отечная. Угу. Давайте, девчонки, активнее участвуйте в интерактиве, потому что когда мы с вами не просто пассивно слушаем, зачем я это все делаю, зачем я вас включаю в нашу работу? Потому что если вы пассивно слушаете, то у вас час пройдет, ну, просто так. Вы просто послушали, вам потом надо будет пересматривать или что-то. Вы включите сейчас, будьте вместе со мной, это время. У нас с вами час максимум, и с этим мы с вами работаем. Угу. Отечная, отечная, больше отечных носогуб. Это на самом деле прям статистика, девчонки, вот. Мы сейчас здесь прям по статистике с вами прошлись. В основном меньше морщин носогубных, больше отечная. Угу. Да, окей. Ну, хорошо. Просто морщинка, пишет Вера. Хорошо. Ну что, поехали. Готовность к практике номер один. Пишем десяточки, если вы готовы. Девчонки, после того, как мы попрактикуем, я обязательно отвечу на все ваши вопросы, которые у вас есть. Мы поговорим, поформируем там какие-то мнения, что-то пообсуждаем, посекретничаем. Вот, и все будет, сейчас будет все про практику. Так, я читаю ваши ответы. Угу. Маша пишет, просто машинка осталась с одной стороны. Угу. Маша тренером у нас, отучилась на тренера, поэтому у нее только осталось немного. Чего-то немного осталось. Угу. Так, десяточки, все. Готовность есть, отлично. Погнали. Так, я сейчас буду вести для вас полный экран, чтобы вы меня хорошо видели. Напишите кто-нибудь, кто самый первый сейчас напишет, потом много не пишите, видно ли меня на полный экран, да, чтобы я поняла, что все отключила, все, что нужно, и включила все, что нужно. Техническое средство нас не подвели. Итак, мы сейчас с вами пойдем по носогубке. Сначала мы поработаем с вами с шеей, с трапециями, как с частой проблемой носогубки, причиной носогубки. Да? Дальше мы с вами поработаем локально с латеральной частью носа, с ноздрями. Дорорально поработаем с носогубкой. И для тех, у кого морщинка не отекшая, мимическая, сделаем еще один прием, который я очень люблю и практикую. Так, ну что, да, все, всем видно, отлично. Поехали? Давайте. Расправили свои крылышки, расправили свои плечики. Сегодня я для вас провожу традиционно воскресную тренировку, как в клубе, да. То есть мы такие тренировки проводим в клубе, когда вы просто приходите, включаете и занимаетесь. Вам не нужно здесь думать, вам просто нужно делать так, как мы делаем, и идти по тому, как мы вам дали руку, вы идете. Так вот, сегодня будет устроена тренировка. Итак, закрыли глазки, вытянули заднюю поверхность шеи вверх, и за ней вытянули голову, расправили свои плечики, крылышки, вперед-назад. Ноги стоят на полу, обе ступни на полу, коленочки проверили на месте, тазобедренные суставы проверили, поднялись на уровень диафрагмы, положили ручки на уровень диафрагмы и делаем глубокий вдох. Диафрагму вдох. Глубоко-глубоко подышали, подержали в этом позиции, выдох. Еще раз делаем вдох.
Отлично. Подержали в такой позиции. Выдох. Еще раз вдох. Удерживаем. Чувствуем, как раскрывается все. Может где-то подтягивать, может где-то под ребром или где-то ниже. Выдох. Еще разочек. Открылись. Так как мы работаем сегодня с вами с противоотечными действиями, ну, техниками, да, мы обязательно с вами дышим, включаем дыхание. Это очень важная часть всех наших манипуляций. На одну ноздрю закрыли, второй ноздрю делаем вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Для тех, кому сложно выполнять дыхательные техники, еще раз делаем вдох. Выдох. И меняем ноздрю. Я рассказываю, что обратите внимание на то, как эмоционально устроена ваша жизнь. Нет ли там сильных эмоциональных качелей. Еще раз делаем вдох, выдох. Дышим второй ноздрёй. Я рассказываю. Обязательно обратите внимание, если вас прям триггерит дыхательная гимнастика, прям вам хочется быстрее пропустить или не делать, или вы сейчас сидите и думаете, ну ладно, давай, поделай дыхательную гимнастику, я потом начну. Прям, девчонки, это ваше, вам важно научиться дышать, вам важно научиться включать уровень успокоения, заземления, да, потому что вы обычно, скорее всего, прям куда-нибудь бежите, торопитесь. Итак, еще раз делаем вдох, две ноздри, выдох через две ноздри. Проверьте ваши ноздри, они должны раскрываться при дыхании. Это важно, иначе не работает на полноценно дыхательная система нашего организма. Еще раз сделаем вдох. Ноздри слегка раскрываются, выдох. Еще раз вдох. И выдох. Отлично. Еще разочек прокрутили наши плечики. Вперед-назад. И начинаем работать с нашей осанкой, с нашими плечами. Открываем область трапеции, область плеча, захватываем плечико максимально в складку и, удерживая, массируем эту складку. Продвигаемся ближе к шее и каждый участок промассируем. Захватываем глубокую складку и каждый участок промассируем. Максимально глубоко мы работаем с вами с этой зоной. Если вам чувствуется болезненность выше 5-6 баллов, сокращайте до 6-5, как держите так, чтобы было не очень больно, и работайте. Либо просто удерживайте, не массируя, просто в статике удерживая и визуализируя, прогревая эту мышцу. Продвигаемся дальше к шее. И здесь останавливаемся. Здесь последняя точка нашей работы с этой зоной. Либо массируем, если есть боль не больше 5-6 баллов. Либо просто стоим. Отпустили, потянули боковую поверхность шеи. Дальше работаем, продолжаем с этой же частью. Ребром ладони установили ручку на переход шея-плечо. Установили или противоположную ручку, или одноименную ручку. Я люблю противоположную. Сделали вдох. На выдохе наклон к плечу. И хорошее глубокое растяжение. Еще раз вдох. Выдох. Работаем с лестничными мышцами, с боковой поверхностью шеи. Еще раз вдох, выдох. Снова прогладили боковую поверхность шеи. Хорошо потянули за плечико вниз. И перешли на вторую сторону. Снова. Открываем плечо, трапецию, ближе к плечику захватываем мышцы, глубоко, глубокий захват. И если вы можете, если болезненность позволяет, вы прорабатываете массажно большим пальцем мышцу, либо просто стоите, дышите в мышцу и расслабляете ее.
Конечно же, мы сегодня работаем не только с носогубкой. Те, кто со мной давно занимается, те, кто знает всю эту тему уже больше, чем просто там несколько поделали упражнений или читали несколько постов или еще что-то, да, вы знаете, что, конечно, мы работаем сейчас не только с носогубкой, но, тем не менее, наш комплекс сегодня направлен на носогубку. Сместились и снова прорабатываем. Угу. И снова сместились ближе к шее и снова прорабатываем. Не делайте себе слишком больно. Никогда. То есть 5-6 баллов лучше двигаться постепенно, потому что если вы будете делать очень больно, то мышцы, наоборот, ткани, наоборот, будут спазмироваться в ответ на стресс сильный, да, то есть очень мягкая работа. Потянули. Обратите внимание, пожалуйста, во всей тренировке, где находится ваш язык. Язык находится на верхнем небе, он там расположился, прям лежит всей подошвой языка, и ему там удобно и комфортно. Дальше. Лестничные. Ребро ладони положили на переход шея-плечо, сделали вдох на выдохе. Потянули. Сделали наклон. Почувствуйте, где что у вас тянет, как вы это ощущаете. Вернулись еще раз. Выдох, вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Отлично. И опустили чуть ниже голову и прогладили боковую поверхность шеи. Дальше мы с вами поработаем немножко с декольте, прям совсем чуть-чуть. Такими вибрационными техниками мы от середины грудины с вами простукиваем область декольте, подмышечную область. Вы идете вдоль ключички, показываете направление лимфатической системе, просто простукиваем. Не будем сегодня здесь какие-то более глубокие техники применять. Попробуем поработать так. Это тоже вариант. Угу. Хорошо. Прогладили. Отлично. Дальше мы с вами работаем с жевательными мышцами. Мы сегодня с вами поработаем валиком, да, мы поработаем с вами хорошей техникой проработки жевательной мускулатуры. Но для начала подготовим наши жевательные мышцы, промассируя их вдоль всей мышцы. Массажная техника. 4 пальца, да, 4 или 3 пальца, у кого сколько умещается. От лица к ушам, не наоборот, вы прорабатываете свои жевательные мышцы. Глубоко, плотно, хорошо ощущая вот эти волокна мышцы, останавливаясь там, где вам жестко, чуть более плотно и долго прорабатывая, следите за своими ощущениями, как они меняются. Я очень надеюсь, что вы сейчас включены в процесс, и это имеет очень большое значение у нас. В клубе это очень важный фактор, да, то есть лучше 20 минут включенного занятия, чем час бесполезного времяпрепровождения, ну, такого невключенного, поэтому это очень важно. Я это всегда повторяла, повторяю, буду повторять. Да. Зануда, да, я зануда. Давайте, помассировали, разогрели наши ткани. И теперь мы с вами работаем валиком. Что мы будем делать? Указательным и с большим пальцем мы захватываем с вами валик на жевательные мышцы. Захватываем жевательную мышцу, валик. Указательный палец стоит на
кости, скуловой кости, и он фиксирует ткани. Он ничего не делает, он просто идет за большим. Всю работу выполняет большой палец. Спускайте валик вниз до под угла молодости. И шею прогладили. Еще раз. Давайте сделаем два раза. Очень важно, чтобы вы захватили глубоко. Пожуйте и почувствуйте, что вы мышцу чуть-чуть захватили хотя бы. И вот так большим пальцем, прокатывая этот валик, можно немножко так подвынуть, особенно для продвинутых, кто со мной занимается уже. Вы опускаете этот валик под челюстную зону. Прогладим. Вторая сторона. Делаем с вами то же самое. Снова захват. Постояли, проверили, что мышца у вас в руках, и спустили ее вниз. Где-то может быть болезненно. Под челюстную зону. И прогладили, да, мы нашу шейку. И вторая сторона. То же самое. Захватываем. Прокатываем вниз. Не теряя валик. Под челюстную зону. И прогладили снова. Угу. Хорошо. Жевательные поработали. Шею поработали. Едем дальше. Работаем с локальными зонами. Ощущения можно сейчас взять, например, и особенно у тех, у кого отекшая носогубка, можно тем, кто у кого отекшая, сделать, допустим, два раза. Тех, у кого вообще нет отеков, можете попрактиковать один раз. Вот из ручек сделали такой ромбик, поставили. Весь нос обняли, да, углы рта у нас здесь вот. Поставили ручки и сделали такое прокатывающее движение всей центральной части лица до жевательных, от жевательных вниз и по шее вниз, и можно также подключиться к подмышкам. У кого отекшее лицо, вы можете это сделать два раза. Вы должны чувствовать вот этой частью косточку, да? Тех, у кого тонкая кожа, не сильно заигрывайте с этими техниками. Буквально там один раз, да, у кого побольше отек. Девчонки, я не могу поднять камеру, потому что у меня, ну, как бы я вижу себя, что я так наилучшим образом, как мне кажется, вам показываю. Это странно. Ну да, собственно говоря, это должно быть так. Потому что вы не видите мой лоб, ничего страшного. Ну, мы сегодня с лбом не работаем. Вам важно, мне важно, чтобы вы видели центр лица, и мне нужно было, чтобы вы видели плечи, поэтому я опускала камеру. Давайте не будем на этом останавливаться, поедем дальше. Так, поработали. Теперь мы работаем с вами с носом, да? Нос давайте сначала немножко погреем. Прям вот указательные пальчики установите вдоль боковой поверхности носа, прям протопитесь косточки и разогрейте просто теплом пальцев свою латеральную область, латеральную область носа. Проставили пальчики, просто подождали, помедитировали, погрели, потопили ткани. Напомню, что ваш язык на верхнем небе, он все время там. И во время тренировки проверяйте, пожалуйста, это имеет очень важное значение для долгосрочности вашего результата. Вот если вы нацелены поиграться в естественном омоложении, можете не обращать внимания на то, где ваш язык. Вот если вы нацелены сделать естественное омоложение своим помощником, да, чтобы 5-10 минут, вот как все мечтают, вот все мечтают,
Можно 5-10 минут, там, 3 раза в неделю, и я огурец. Вот если вы так об этом мечтаете, и этого хотите, то важно сейчас услышать мои слова, да, вот, вот все, и в том числе про язык, это правда. Работа с языком, мы в клубе тоже этому уделяем время, это очень важный фактор ваших долгосрочных результатов, да, того, чтобы вы имели результат надолго. Не просто мимолетно марафончик прошли, о, я получил результат, и потом все пропало, а чтобы у вас все было надолго. Итак, разогрели латеральную, теперь мы вытянули рот в овал, пальчики указательные поставили на область вдоль носа и поехали круговыми такими движениями, спиралькой наверх вдоль носа и потом вниз. Поехали. Делаем 3 раза. Угу. В точках начала, там, где ноздри, можно постоять подольше и помассировать потщательнее. Плотно-плотно, косточку, да, через тканевую косточку, как будто бы чешете или массируете. Окей. Теперь мы возьмем с вами, поработаем еще один прием. Мы ставим посередине носа с вами 2 пальчика указательных, соединяем, протапливаемся. Очень важно следить за шеей в этот момент. Не перегибайте шею, все должно быть экологично. Учитесь правильной технике, это важно. Протопились пальчиками в латеральную область и медленно-медленно в разные стороны вы разъезжаетесь. Не торопясь, глубоко, медленно, ощущая каждый миллиметр ваших тканей, вы проезжаетесь в разные стороны. Хорошо, и вторая половина. Делаем то же самое. Протопились и разъезжаемся в разные стороны. Ну, внимание, все внутри зоны работы, там, где вы сейчас находитесь. Разъезжаемся. До области крепления круговой мышцы глаза и до области ноздри. Хорошо. Снова пальчики разогрели и приложили снова пальчики к латеральной носу и подержали. Отлично. Теперь мы с вами будем прорабатывать носокубку интерорально. Что для этого понадобится? Нам понадобится большой палец, мы его будем помещать в рот. И мы пойдем с вами от ноздри по всей носогубной складке и по ней, и чуть выше нее в проекции носогубки массировать внутренним большим пальцем все ткани, которые будут у вас на пути. Итак. Палец в рот. Сейчас я говорить не смогу, поэтому просто повторяйте и делайте. Угол рта тоже прорабатываем.
И с второй стороны. По складке, выше складки и внутренним пальцем. Окей, надули щеки. Губы оставили расслабленными. Сделали лошадку. Еще раз. И еще раз. Отлично. Теперь те, кто обладают отечной носогубкой, сделали еще раз то, что я показывала в ромбик. А те, кто обладают носогубкой как прочерченной, вы делаете со мной эпидермальные щипки. Что это значит? Поперек морщины вы начинаете глубоко, дермально, то есть не захватывая большую складку, мелкими щипками прощипывать носогубную складку. То, что вы видите... Она может быть возле угла рта, она может быть выше. Как правило, на носогубке морщины, они больше локализуются возле угла рта, либо чуть выше его. До устойчивой гиперемии. То есть у вас появится вот такая красная полосочка. Ничего страшного не произойдет, пока закончится этот эфир, красной полосочки у меня уже не будет, у вас тоже. Эпидермальные щипки. У тех, у кого есть розацея или склонность к ней, консультируйтесь с вашим дерматологом, можно ли вам делать. Это, наверное, единственное ограничение, да, которое есть у этой техники. Потому что, ну, я бы, конечно, все равно рекомендовала делать, но все это вопрос индивидуальный. Прорабатываем глубоко, эпидермально. По дерме, да, глубоко захватываем, но делаем мелкие движения, мелкие захваты. Угу. Хорошо, ну, получилось два таких уса у нас с вами. Разогрели ручки, приложили их к лицу и такими вот движениями, укладывающими лицо от центра к периферии, мы с вами укладываем наши прекрасные лички. Учимся свое лицо обнимать, это очень важно. Научиться работать со своими тканями разной степени интенсивности и разной степени глубины. Обнимать лицо тоже очень важный момент. И немножко вдоль ушей и по шее еще разок продренировали мягко ткани. И снова работа с обувью. Расправили свои плечики, опустили вниз, шейку потянули, улыбнулись, знаем, что улыбаться мы можем, мы не боимся улыбаться, чтобы там не появилась носогубка, это не наш конек, наш конек знать, как, с чем работать и уметь себе помочь. Левая, правая ручка. Спасибо вам за тренировку. Сам тренировочный процесс завершен. Я с удовольствием сейчас буду отвечать на ваши вопросы. Вот. А пока покажу то, что является часто вашим вопросом. И на это сейчас в том числе отвечу. Пока вы можете писать свои впечатления, свои вопросы, как это было у вас сейчас. А я пока еще кое-что вам
расскажу, да, и поотвечаю на самые важные вопросы. Итак, алгоритм ваших действий, да, вот вы сейчас поработали с одним из вариантов комплекса для носогубку. Первое, обязательно понять, что происходит, да, что с вашим лицом и осанкой, где могут быть причины ваших носогубок. Понять, где зажимы, а где, наоборот, недостаток тонуса, потому что часто носогубка также сопровождается недотонизированными тканями. Заниматься обязательно по системе и по комплексу с пониманием, что вы делаете. Делать акцент на эту проблемную зону, регулярно выполнять простые упражнения и, очень важно, работать над эмоциональной частью. Это то, о чем мы с вами посекретничаем в самом-самом конце нашей встречи. Как эмоциональная часть влияет на носогубку. Об этом мы поговорим прямо в самом конце, когда я поотвечаю на ваш вопрос. И тогда то, какой опыт есть в нашей школе, да, это абсолютно всегда честные результаты, всегда твердые результаты. Это то, что, ну, все, вот оно есть. Это наши клиенты, которые с нами давно и долго, и которые не собираются с нами расставаться, потому что с нами им хорошо, и они поддерживают свое лицо вместе с нами. Мы буквально курируем лица наших клиентов. Например, это делает наш клуб, да, сейчас об этом подробнее расскажу. Результаты будут возможны, вот всевозможные, в разном возрасте. Не отговаривайте себя тем, что, ну, мне уже 50, да что, ну, хоть 60, какая разница. Так, значит, мы для того, чтобы вот эти результаты дать максимальному количеству женщин, да, мы, собственно, создали пространство, которое называется наш клуб естественного интуитивного омоложения. Мы хотим через нашу деятельность дать женщине абсолютно простые, надежные навыки самоомоложения, которые она может применять для себя каждый день. И этот принцип, вот как почистить зубы, я им очень часто к нему возвращаюсь, именно к нему мы идем с нашими девчонками. И очень важно привести к этому самому интуитивному омоложению, когда ты знаешь, как быстро себе помочь, когда ты знаешь свои нюансы, когда ты не паришься, когда ты кайфуешь, когда ты взрослеешь, ну, в абсолютном реальном удовлетворении от жизни, а не вот это вот все, каждый день быть недовольным своим лицом. Что получают, как получить интуитивное омоложение? Да? Большой-большой бонус от регулярных занятий, то есть чем больше времени вы занимаетесь длительно, то есть за дня в день или там, через день или в каком-то режиме, но длительно, вы получаете бонус в виде интуитивного омоложения, когда вы просто можете все это делать. Вы хорошо понимаете себя, свои особенности, свой внутренний мир, вы себя принимаете по-настоящему. Это очень-очень важно, на мой взгляд, потому что можно бесконечно себя кроить, бесконечно к себе себя гнобить, бесконечно к себе придираться. Но кому это дает какую-то пользу хотя бы, да? Нет. Вот интуитивное омоложение дает вам вот это понимание и принятие себя. Ну и значит, что вы можете работать с этим наилучшим образом. Это самое главное, да? Итак, мы воссоздали в нашем клубе эту формулу эффективного омоложения, да? Когда вы занимаетесь регулярно, когда вы занимаетесь интересно, когда вы занимаетесь в кайф, это очень важно. Заставлять себя заниматься, делать от надо, потому что не надо убрать какие-то морщины. Это все туфта, это все очень плохо и недолго работает. Когда в кайф, когда в удовольствие, когда вы получаете действительно от этого хорошие позитивные эмоции, это очень круто. И мы воссоздали это как раз в нашем клубе, да? Когда вы можете приходить заниматься с нами, с нашими тренерами разных возрастов, которые сами по себе являются большими мотиваторами. Они возьмут вас за руку, они не возьмут вас на ручки, внимание, разница, они возьмут вас за руку и проведут вас туда, куда вы хотите прийти, к тому самому хорошему самочувствию, к тому, чтобы вы смотрели на себя в зеркало, вам было классно, вы себя хорошо чувствовали, вы, ну, просто перестали волноваться вот о том, что «ой, я старею, ой, у меня морщины». Вот это вот абсолютно не с нами. Страх морщины старения – уйдет от вас навсегда, когда вы будете заниматься в нашем клубе. Как устроен наш клуб? Занятия лицом и осанкой, упражнения для подтянутого лица и массажные техники. Сегодня мы с вами больше занимались массажными техниками. Кстати,
Июль месяц – это месяц массажных техник, это марафон массажей, который мы устраиваем для наших клубных девчат, чтобы вспомнить все те классные массажные техники, которыми мы владеем, и у вас есть возможность, будет сегодня возможность присоединиться к нам и стать еще, и получить еще этот массажный марафон для себя. Еженедельные консультации тренера, в основном сейчас мои. Регулярные консультации по фото до-после, то есть вас реально курируют наши наставники, они ведут вас, с ними можно вам советоваться, приходить за своими вопросами и понимать, как вы прогрессируете. Мы даем нашим клубам неограниченный доступ к базе знаний нашей школы. То есть клуб для нас – это самое максимальное количество, качество всего, что мы можем дать нашим клиентам. Потому что это те люди, с которыми мы очень долго, и это очень важно, ну, как бы, такое важное продолжение всей нашей деятельности, да, мы за долгие отношения с нашими клиентами. То, чтобы вас, вы продолжали использовать для себя все то, что вы от нас узнали, мы создали эту клубную систему. Ну и, конечно же, да, не смогла я не отдать то, что у меня есть, это работа с вашим мышлением, с нашим мышлением, эмоциональным интеллектом по экспоненте. Я сертифицированный коуч, практикующий коуч, и, конечно же, это все находит отражение в наших программах, в наших работах, в наших тренировках. И вместе с работой с физикой мы работаем с нашим внутренним миром. Мягко, легко, самокоучинговыми инструментами, инструментами, которые очень легко ложатся в обычную жизнь, но дают очень классный прогресс по экспоненте в ваших других сферах жизни. Я лично считаю, что лицо – это отражение нашей жизни, того, как у нас все вообще происходит. И а это все и внутри, и наше эмоциональное состояние, и наше ментальное состояние. Вот, собственно, с этим мы тоже обязательно работаем. Без этого я сложно могу себе это представить. Стоимость клуба. Внимание! 2000 рублей – это первый месяц. Я сейчас обязательно включу вам возможность прийти в клуб. Значит, под видео сейчас у вас появилась кнопочка, да, где вы можете оплатить клуб. Итак, сейчас, секунду. Стоимость абонемента в клуб. 2000 рублей в месяц – это первый месяц, и дальше 1500 рублей продление каждый месяц. Что вы получаете? Вы приходите в клуб, вас берет тренер, наставник, вы задаете ему свои вопросы и присылаете фотографии или то, или другое, или вместе, и вам рекомендуют, чем вам сейчас заниматься в клубе. Вы подписываетесь на закрытый аккаунт Instagram и начинаете там с нами заниматься. Вы просто приходите в удобное для вас время и занимаетесь с нами. Не нужно ничего думать, придумывать, составлять себе программы, думать, правильно или неправильно. Вы просто приходите и занимаетесь. Я немного посчитала, чуть-чуть. Мне хочется сказать, что клуб мы намеренно держим в очень дешевой стоимости, в очень бюджетной, доступной для многих женщин стоимости. Почему? Мы хотим, чтобы... Ну, у нас, во-первых, есть миссия 1 миллион женщин довольных собой. Во-вторых, мы хотим, чтобы действительно клуб был доступен для вас и чтобы вы могли им пользоваться для себя круглый год. И поэтому он очень низкую стоимость на самом деле имеет. Я посчитала, это стоимость половины массажа во многих регионах России. И про мир я не говорю, там массаж стоит евро минута, чтобы вы понимали. Это стоимость маникюра месячного, среднестатистического для женщины. И это стоимость 10 чашек кофе. Я всегда хочу, чтобы вы внутренний вопрос себе задали. Правда ли так, правда ли, что для меня... Ну, как бы, я не могу позволить себе, там многие говорят, ой, я не могу себе позволить. Правда ли, что вы не можете себе позволить, да, абонемент в закрытый клуб? Красивое, подтянутое лицо. Вы можете себе его позволить прямо сейчас, потому что это, по сути, ничего не стоит. Сейчас для того, чтобы пойти в магазин, ну, часто 2000 совсем смешно, совсем недостаточно, даже для обычной такой прогулки за хлебом, молоком и какими-то базовыми продуктами. Если действительно для вас важно то, как вы выглядите, для вашей работы, для вас самих, для, не знаю, для того, чтобы вы себя хорошо чувствовали, для того, чтобы вы светились, для того, чтобы вы развивались, пожалуйста, у вас есть клуб, вы можете в него войти и
с любовью для себя им пользоваться. Итак, первый месяц 2000 рублей, далее каждый последующий 1500 продления. Что вы можете достичь за один месяц? За один месяц вы можете достичь результатов, которые мы вам сегодня здесь показывали, да, которые мы сегодня рассматривали. Абсолютно точно. С нами остаются, с нами интересно, с нами классно заниматься, но никто вас не обязывает с нами оставаться долго. Вы можете оставаться с нами столько, сколько вам хочется с нами оставаться. Я лично практикую такой подход, что, ну, вы знаете, как это, хорошо приходить в гости два раза, когда ты пришел, там, тебе рады, и когда ты вовремя ушел, и тебе тоже рады. То есть я к тому, что классно, когда мы вместе, и мы вместе в удовольствии, да, и вы получаете свои результаты, и вы понимаете, что вам с нами хорошо. Но я знаю также многих девушек, кто выходили из клуба через несколько месяцев. Спасибо, я все поняла, мне классно, я пошла. Но правда в том, что некоторые из них, некоторый процент, где-то половина, возвращаются обратно со словами: да, я все умею, да, вы меня всему научили, да, я получила свой результат, но я просто хочу с вами быть, потому что вы очень классно меня развиваете. Поэтому все под ваше желание, да. Сколько вам быть с нами? Это ваша воля. Итак, что вы получаете вместе с входом в клуб сейчас за 2000 рублей? Это рекомендации перед началом занятий, то есть вам прикрепляется личный куратор, который будет вас вести. Это один из наших тренеров, который вы также увидите на клубе на тренировках вместе со мной. И они дают вам рекомендации. Вы можете прикрепить фото, вы можете просто задать вопрос. Лучше, конечно, всегда прикреплять фото. И вы начинаете заниматься. Также вы получаете доступ к курсу по дыханию. Дыхание – очень важная часть получения результатов. Научиться дышать правильно очень-очень важно. Вот несмотря на то, что вам кажется, ну, это же что, я что, дышу уже сколько лет, там, сколько мне лет, столько я дышу. Но делаете ли вы это правильно – большой вопрос. В одной из своих деятельностей, это работа в клинике, миофункциональным терапевтом-диагностом, я много работаю с дыханием, с детьми, подростками и взрослыми, и хочу вам сказать, что от 70 до 80% детей, которые приходят к нам на приемы, и взрослых, не дышат правильно. И это отражается и на кровотоке, и на лимфотоке, и на питании тканей, на все. Вы можете сколько угодно пить БАДы с Айхерба или откуда-то еще, но если у вас не налажено дыхание, нормальная трофика тканей, то все это тщетно, к сожалению. Ну и вы получаете доступ к курсу «Самомассаж Гуаша». Это один из наших тренингов, который мало кому доступен на самом деле, но в клубе мы его даем вам в подарок. Я очень люблю эти техники, они классно работают на снятие напряжения, на крепление. Там, где ни один, даже там ручной массаж сложно ему достать, а вот Гуаша очень хорошо достает. Ну что, для того, чтобы стать нашим резидентом, вы нажимаете на кнопочку под видео, оформляете подписку в закрытый клуб, подписывайтесь, вам придет на почту, внимание, очень важно, указывайте правильную почту, да, вам придет на почту все ссылочки на аккаунт в Инстаграм, на Телеграм-канал, чтобы вы к нам присоединились, и мы начали с вами работать. Если вы все равно, допустим, ушло в спам или вообще не пришло письмо, не переживайте, мы вас все равно найдем и в клуб поместим, потому что у нас, ну, всегда 100% попадаем из клуба. Мы всегда находим своих, потому что, ну, как бы это часть, в том числе, нашей клиентоориентированной работы. Для нас важно, чтобы вы получили свои результаты в нашем клубе. Вот такие вот истории, вот такая вот ситуация. Задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Пошла читать ваши комментарии. Так. Спасибо, лицо посвежело, да, супер тренировка. Спасибо, на первом же, Анастасия пишет, на первом же упражнении устала спина. Ну, значит, спиной важно заниматься, чтобы она была крепкая. Меня часто спрашивают, как ты так держишь осанку, ты, наверное, прям стараешься. Я ничего не стараюсь, она просто сама держится, потому что я занимаюсь у себя в клубе активно этой работой. Приходите, будем заниматься вместе. Очень приятно, Татьяне. Светлана, пискос, массаж, терапевт, ушла часть отека на сабубке и под глазом. Светлана, аллилуйя, я вас поздравляю. Прямая зависимость трапеции и на сабубке. Оксана пишет, спасибо, было немного больно, меня очень спазмировало с самого угла рта.
Да, там много у всех, много у кого спазмировано. Не у всех больно, но много у кого спазмировано. Эта зона очень часто требует хорошей проработки. Регулярно, важно. Не нужно долго сидеть над лицом. Смотрите, очень важный момент. Регулярно это не вот там убиться, да? Не надо. Нужно очень, на самом деле, легко к этому относиться, получать свои классные результаты. Регулярно это значит, что вы постоянно, ну, как бы выделяете для этого время. У кого-то это 3 раза в неделю, у кого-то это 4, у кого-то 5, в зависимости от ситуации, от возраста, от состояния, но в конечном итоге вы все придете к интуитивному омоложению вместе с нами. Вы так же, как и я, как наши клиенты постоянно, как наши тренера, будете заниматься несколько раз в неделю, поддерживать свой результат, улучшать его. Это классно, это то, чего я каждому желаю. Это то, что, как говорится, я буду нести своей деятельностью и вас соблазнять в этот стиль жизни, когда вы ни на кого не надеетесь, когда вы знаете и берете ответственность за себя, за свое тело, за свое лицо, за свое здоровье, за свое состояние. Это только лишь наше дело. Никто ничего нам не должен. Никто не несет ответственности за то, как мы себя чувствуем, как мы выглядим. Только мы. Но знаю также, что мы можем многое. Возможности очень поражают часто, когда наши клиенты показывают нам результаты, но вы видите просто очень-очень маленькую часть того, что мы, в принципе, можем показать, потому что очень многие клиенты не разрешают публикации, и мы всегда уважаем их решение, но, поверьте, мы продолжаем до сих пор удивляться, как нас удивляют наши клиенты, каких результатов они добиваются, просто потрясающе. Да, лицо сказало спасибо. Да, это супер. Супер тренировка. Лора пишет, пожалуйста, сохраните теперь на сутки. Нужно идти, да, на сутки, конечно, сохраните. Если лицо горит, это нормально? Да, конечно, мы сейчас с ним очень классно поработали. Да, оно может гореть, может быть красным, может вот такое быть ощущение набитости лица, да, это нормально. И мне пишет, Катя, ты права, клуб, это супер. Нина, я рада, что вы так видите, это супер. Таня пишет, как понять, что прокаты выживают на мышцы, а не кожу? Поприкусывать челюстью, чтобы понять, что под руками вы прям чувствуете, что мышца в руках, что вы ее прям держите в руках. Клуб – это место силы, да. Это место силы, с одной стороны. С другой стороны, это есть такое понятие третье место. Вот я, вы знаете, мы все ходим на работу, у нас у всех есть дом. Мы на работе кому-то должны, дом кому-то должны. Мы все время где-то, ну, особенно вот эта женская тема, мы все время где-то для кого-то. А вот клуб для многих – это место, где ты сама для себя. Вот это еще одна такая маленькая частичка, но она большая в значении, которую мы реализуем через клуб. Это место, где вы сами для себя. Вы в фокусе себя. Вы можете подумать, вы можете с собой позаниматься. Многие девчонки пишут, что я за эти 30 минут успеваю успокоиться, гармонизировать. Вот это, знаете, гармонизируйте свое состояние, будьте в гармонии с собой. Да блин, как? Да блин, вот так. Вы приходите, и вот это один из вариантов, да? У нас в клубе это возможно. Вы просто приходите, начинаете с собой заниматься, за эти 30 минут успокаиваетесь. Приходите в гармоничное состояние, вы получаете этот пресловутый баланс, да, вы начинаете себя осознавать. Это очень-очень важно, девочки. Я, ну, правда, может быть, уже многие от меня это миллион раз слышали, особенно вот девочки, кто с нами, Нина, Маша, Света, да, Нонгрина, вот я вижу тебя. Я понимаю, что вам, наверное, уже оскомину наели эти мои слова, но это все, что я могу вам сказать. Я не меняю в этом смысле своего мнения. Это правда так работает. И, конечно же, чем быстрее, особенно, я сейчас, конечно, к новичкам обращаюсь, вы услышите и поймете, что не нужно ждать, когда наступит завтра лучший момент, я буду свободнее, пройдет лето, я отправлю ребенка в школу, в детский сад, в институт. У меня тоже ребенок сейчас поступает в институт. Я обычный человек, который живет обычную жизнь. Ну, как бы, да, но тем не менее я нахожу время уделять своему лицу. Так же, как и сотни девушек в нашем клубе, которые также живут свою жизнь, разную. Где-то есть белая полоса, где-то черная. Жизнь всегда 50/50. Если у вас есть ощущение, что есть кто-то, у кого всегда белая или больше белая, это иллюзия.
у всех всегда 50 на 50, ну, как правило, да? Вопрос, можем ли мы восстановиться, можем ли мы себе дать ресурс, можем ли мы дать себе силы, можем ли мы принять себя и позволить себе жить в удовольствии. Даже, может быть, в каких-то не очень простых обстоятельствах, ситуациях, мы все равно можем чувствовать себя лучше. И какие-то непростые периоды жизни всегда проще переживать, когда ты чувствуешь себя лучше. И здоровье у тебя крепче, да, и в нашем клубе девчонки знают, мы этому тоже уделяем внимание. Поэтому приходите, занимайтесь в удовольствии, мы будем только рады, что вы будете получать свои результаты. И вот это вот ощущение места, где я для себя. Да, вот это очень важно. Да, спасибо, Ната пишет. Скажите, такой комплекс упражнений, с какой периодичностью лучше делать? Правильно, допустимо каждый день или не рекомендуете каждый день? Да я вообще не рекомендую каждый день что-то делать, в принципе. То есть вообще-то хорошо бы делать перерывы, да, миксовать техники. Почему в клубе мы, например, мы не делаем одну тренировку изо дня в день? Мы не делаем этого. Потому что для вашего же состояния, для вашего же результата лучше, чтобы вы меняли какие-то действия, меняли нагрузку, меняли подходы, да, и мы поэтому так создаем расписание клуба, чтобы это вам дать. А нужно ли делать интервально каждый день? Я думаю, что нет. Ну, в любом случае каждый день не нужно, но вы можете попрактиковать какое-то время почаще, например, так мы рекомендуем. Особенно, например, если человек приходит с какой-то проблемой, да, ну, допустим, с носогубкой. Тренер ему скажет, вот это пока попрактикуйте почаще, ну, даст какую-то рекомендацию по периодизации. А дальше посмотрим, да, дальше можно сокращать. И вообще хорошо бы, ну, не часто заниматься, то есть вот это такой момент, особенно лицом. Лучше чаще телом заниматься осанкой, чем лицом. Ника спрашивает, а если был перерыв, какова стоимость в месяц? Смотрите, Ника, если вы вышли из клуба и хотите сейчас вернуться, вы возвращаетесь по текущей стоимости. Это, кстати, одна из фишек клуба для тех, кто... Вот вы сейчас заходите, стоимость клуба 2000 рублей, продление 1500. Скорее всего, в сентябре-октябре будет повышение цены клуба. Как я уже сказала, клуб сильно недооценен. Вы когда зайдете в клуб, вы поймете, почему я так говорю. Потому что все мои знакомые... Все, кто стали моими близким кругом благодаря работе, благодаря практикам, они говорят, Кать, почему ты так дешево, ну, вот, свой клуб оцениваешь? Почему так? Почему? Я вам объясню, почему. Еще раз. Потому что это, ну, такая история про миссию, да, больше. Я хочу действительно, чтобы это было доступно женщинам, и чтобы они могли этим пользоваться круглый год. А второй момент, что так как клуб – это вам больше, во многом миссия, мы буквально из нашей деятельности, других проектов спонсируем, да, клуб для того, чтобы мы могли его развивать. Это история, ну, про, ну, такую вот долгосрочную миссию и долгое желание быть с вами и давать вам то, что мы вам можем дать. Теперь второй момент. Про повышение цены. Она все-таки случится в сентябре-октябре, скорее всего, поэтому, но вы зайдете по этой цене, и для вас это повышение не случится. У нас есть клиенты, которые до сих пор находятся на стоимости 890 рублей. Почему это произошло? Когда я начинала этот клуб, это было чуть больше 2 лет назад, со мной были самые мои первые клиенты, и тогда клуб стоил 890 рублей. Могла ли я тогда подумать, что он будет стоить 2000? Никогда бы не сказала, я тогда думала, что он всегда будет стоить 890 рублей, но тем не менее. И те люди, которые со мной с самого начала, они продолжают иметь самую низкую стоимость. Так будет всегда. Но если вы вышли из клуба, я продолжаю вас любить как человека, как клиента, как личность, но есть правило. Вы вышли из клуба, вы заходите снова, например, там, через месяц, через два, через три по той цене, которая действует сейчас. А, то есть вот это для вас та цена, которая была раньше, она для вас уже не работает. А, но у нас можно взять заморозку на случай каких-то экстремальных ситуаций, форс-мажоров, болезней и так далее. Вы можете нам сообщить, мы вас не убираем из клуба, продляем вам на там, 2 недели, у нас есть заморозка,
и буквально, ну, как бы дарим вам эти 2 недели, и вы потом приходите, начинаете, продолжаете заниматься. Вот, да, поэтому вы заходите в клуб, если вы выходили по нынешней цене. Так. Клуб — это круто, поддержка, зовут очень приятно и полезно. Да, Светлана, спасибо. Нам тоже очень приятно о вас заботиться. Так, хорошо. Давайте еще вопросы, девчонки. Еще 5 минут мы с вами работаем. Я отвечаю на любые вопросы, связанные с клубом, связанные с носогубками или еще чем-то. И, собственно говоря, мы на сегодня будем завершать нашу тренировку. У меня тоже лицо почувствовало работу, прям вообще кайфово-кайфово. Я обожаю наши техники, обожаю, как они действуют, как они работают в долгосрочной перспективе, раскрываются. Если вот люди с нами, кто с нами давно и долго, они прям, ну, часто пишут об этом, что, блин, вот это самый кайф, когда ты действительно, как ты и говорила, Катя, когда-то, да, ты длительно позанимался, а потом уже тебе все меньше и меньше усилий, все меньше и меньше времени, все лучше и лучше результаты. Ты вроде бы уже за эти 2-3-4 года повзрослел, потому что у меня клиенты, я работаю уже в этой теме довольно давно, и у меня есть клиенты, которые со мной уже по 5 лет. Они трансформируются отношения, то есть есть те, кто были у меня в личной работе, потом приходили раз в квартал просто там потренироваться вместе, вспомнить, обновить, освежить. Есть те, кто после индивидуальной работы пришли в клуб. Они уже все знают, они уже все помнят, они уже знают, но они остаются в нашем пространстве, потому что окружение имеет значение, потому что ты все время там, где тебе интересно, ты все время развиваешься, ты все время можешь какие-то фишечки словить новые, ты все время можешь задать вопрос, ты все время держишь руку на пульсе, твое лицо в твоих руках, да, и еще мы немножечко вам помогаем рядом своим профессионализмом, да, потому что мы все-таки в этом, ну, чуть больше разбираемся, чем обычный человек, который просто занимается, потому что это наша деятельность. Это как, знаете, вот вы наверняка там многие работаете там бухгалтерами, менеджерами, руководителями, директорами, продавцами, еще кем-то, неважно. Но вы в своем деле дока. И если кто-то приходит, новичок, вы явно можете ему сильно помочь. Так же и мы для вас. Мы чуть-чуть больше вас знаем, ровно потому, что мы просто этим занимаемся. Да? И есть смысл это использовать для себя, чтобы результат получать быстрее, чтобы, ну, как бы чувствовать поддержку, чувствовать опору, чувствовать заботу о вас. Это важно. Хорошо. Тишина в библиотеке, все вопросы поснимали, все хорошо, да? Так, значит, под видео есть кнопочка, нажимайте, присоединяйтесь, оплачивайте. Часто бывают вопросы, у нас в клубе рекуррентная система, то есть вы покупаете клуб по подписке. Это значит, что сегодня вы оплачиваете 2000 рублей через 31 день, если я не ошибаюсь, с вашей карточки. Произойдет автоматическое списание суммы за следующий месяц. Но за 3 дня до окончания срока вашего абонемента вам придут все письма оповещения, вас 100 раз спросят, хотите ли вы остаться. Вы всегда можете отключить это автоматическое списание. Мы сделали это в свое время по просьбе клиентов, потому что попросили, чтобы не каждый раз не вспоминать о том, что нужно оплатить. Но вы можете отключить эту функцию и просто оплачивать сами помесячно. Если, ну, как это, как говорят наши клиенты, оставьте, пожалуйста, возможности для староверов. Для тех, кто еще не так свыкся хорошо с прогрессом, да, техническим, что, в общем-то, бывает. Но я вам скажу так, у нас очень редко, но бывают случаи, когда человек хотел выйти, но забыл отключить автопродление. И ему произошло автоматическое списание. Не было ни одного случая, чтобы я не вернула деньги. Мне всегда, я люблю, когда мне платят клиенты, это нормально, это хорошо, потому что это, скажем, обмен энергии, но только в одном случае, если вам в удовольствие, если вы оплатили, вы хотели оплатить, да, оплатили с мыслью, ой, как классно, я оплатила клуб, потому что все остальное не имеет значения, имеет значение только таким образом в совершенные покупки. Я и сама так оплачиваю, да, потому что если уж я плачу человеку, то я с благодарностью это делаю, потому что я получаю от него благо.
также я отношусь и к своим клиентам. Поэтому, если вы хотите уйти, и вдруг у вас произошло списание, вы получите свои деньги назад незамедлительно, ну, как бы, вот такое мое правило, такой подход я пропагандирую. Упражнения в клубе даются утром или вечером. У нас есть расписание, в расписании есть и утренние тренировки, некоторые дни в неделю, некоторые дни в неделю, вечерние тренировки. Но где-то около, наверное, 80-90% клуба девчонок занимаются по записям, потому что мы все живем в разных часовых поясах. И мы, конечно же, работаем по московскому времени, но... Тем не менее, девчонки из разных городов, континентов занимаются по своему времени. Это очень удобно, и вы можете там выбирать свои любимые тренировки, заниматься по ним, да. Можете заниматься по текущим тренировкам, которые идут. Все очень индивидуально, важно наличие у вас желания. Мы обеспечим для вас инфраструктуру комфортную, да, чтобы вам было комфортно заниматься, чтобы вам было в удовольствие, от вас желание. Без этого, конечно, сложно. Но я так понимаю, что если вы вот как минимум сюда пришли, желание-то у вас есть. Работать над собой, получать свои классные результаты и кайфовать от своего отражения в зеркале. И вообще не париться об этом. Вы знаете, наши девчонки, они не парятся. Они, да, мы знаем, что все нормально, все под контролем, мы занимаемся, все получаем, все классно. Все, дорогие мои, да, автоплатеж — это очень удобно, я согласна, это очень удобно, и это, кстати, также один из моментов, который позволяет нам держать цены в нижней границе возможного для вас, потому что автоплатеж сокращает администрирование клуба, да, то есть мне нужно меньше средств платить сотрудникам, да, проекта для того, чтобы администрировать платежи. Поэтому автоплатеж — это forever. Просто один раз примите это для себя, что это нормально. Никто ваши деньги не украдет, никому они не нужны. Если вы не хотите их заплатить от души, то никто у вас их не отнимет. То есть они вернутся к вам, если вдруг такое произойдет. В неделю у нас 4 тренировки на осанку и лицо и 2 тренировки пилатеса. В нашем клубе с некоторых пор работает приглашенный тренер, пилатес ведет. Это наша выпускница нашего тренерского курса по тренеру по естественному омоложению, которую мы пригласили в клуб. Она ведет нам пилатес. Я обожаю эти тренировки. И пилатес она дает с учетом вот всех взаимосвязей лица. То есть мы как бы с Олей обсуждаем, как это будет, она их проводит. Вот, у нас 4 тренировки на лицо, осанку, шею и 2 тренировки на тело, пилатес. До встречи на тренировке. Да, все, девчонки, спасибо большое. Вопросы еще, если будут, пишите в директ Инстаграма, и я с удовольствием отвечу. На сим прощаюсь, всех жду на тренировках в понедельник, уже завтра. Мы начинаем новую тренировочную неделю. Всем пока-пока.